Девочки, всем привет! Сегодня я хочу наконец-то вам показать свой заказик с сайта iHerb. Я его уже давно получила, мы уже половина, вернее не половина, мы практически все протестировали, съели уже почти что половину витамин, поэтому пока мы не съели все, давайте я вам все это быстренько покажу. Сегодня я буду за кадром, потому что хочу вам поближе эти банки-склянки, все витаминки показывать, дозировки, чтобы вам было все видно. И так как бы и мне удобнее, и вам. И давайте скорее начинать это смотреть. Будут БАДы, будет Палмерс бренд. Ну, как обычно. Так, девочки, давайте начнем просмотр с витамин. Под конец будем Палмерс обсуждать. Я принесла еще два средства, которые у меня есть от этого бренда. И посмотрим сейчас все в быстреньком режиме. Начну с детских. Из детских это Омега. Вот в таких конфетах. Видите, когда вблизи показываешь, как-то оно все лучше видно, да, девочки? Они идут без масла. Формула. Ой, господи, да что-то прям никак я не разойдусь. Так-с. Без глютена. Но это все как обычно. Девочки, давайте я достану, вам покажу эти витаминки. Их можно принимать в день 3 штуки. Я даю по 2 утром. Желтую и оранжевую. Они, это лимонный и апельсинный вкус. Они хорошие, такие желейные конфетки. Без противного привкуса. Вот как у меня есть бутылка одна. Сейчас я покажу, девочки, его. Отвратительно, не берите ни в коем случае. Вот такая, видите, она немножко вот постояла в холодильнике, то ли жир попал, ну вот эта этикетка. Ее когда наливаешь, смесь клубники с жиром, с рыбьим, ужас просто. Может, она здесь вот и по дозировкам своим, да, неплохая, но невозможно. Я не могу даже ребенку ее до конца скормить, осталось, в принципе, мало. Да, она что-то измазалась, сейчас я ее протру. Но не могу даже в кашу ей добавлять, потому что ужасная. Вот это вот не берите. У нее такой какой-то химозный привкус клубники. Отвратительный. Видимо, когда наливала, по краям стекло это масло измазалось. Вот это очень нравится. Ребенок ест с удовольствием, как вы видите. Да, лимончик и апельсинчик нарисованы. Здесь 120 штук. То есть, если даже давать по 3... Да, это на 40 дней вам хватит, больше, чем на месяц. Ссылочки оставлю внизу, там и цены будут, девочки, потому что я уже не помню. Это я заказывала давно, скоро, наверное, месяц уже будет, как мы это принимаем. Давайте дозировку покажу, какая здесь написана. Здесь омега-3, 6,9, видите, входит в состав. Я люблю вообще, где еще витамин D. Такие вот витамины, но в этот раз я витамин D детский отдельно купила. И сейчас я вам его тоже покажу. Этот витамин D, кстати, ребенок любит даже больше, чем вот эти рыбные, хотела сказать. Вот эту омегу. Потому что она как-то пару дней говорит, я вот такие не хочу. Хотя она прям вот любит очень эти конфетки. Но пару дней вот решила пропустить. А вот эти витамин D она прям очень сильно любит. Никак ни разу ничего не пропускала. Здесь, видите, вот арбузный привкус. Идет вот дозировка. Сейчас давайте сначала на дозировку посмотрим. Витамина D. То есть стопроцентная норма дневная, да, я так понимаю. Надо одну штучку в день, видите? И всего 60 штук здесь на 2 месяца. Хорошая, девочки, цена, хорошая норма, хорошая дозировка для ребенка. И я считаю, что это необходимо. Потому что, ну, витамин D не хватает даже у тех, кто живет в Греции. Девочка мне пишет одна постоянно. Мы, говорит, круглый год принимаем. А простите, где Греция, где Москва? В том плане, что сколько солнца там и сколько у нас. Ну, это несопоставимо, конечно. Поэтому вот это вот я считаю необходимым набором для ребенка на каждодневку. Да и для взрослого, собственно говоря, тоже. Я сама тоже принимаю D, я принимаю омегу каждый день. Ну и плюс еще там для волос, это мы сейчас с вами посмотрим. Девочки, какую я омегу принимаю? Вот такую. Вот она самая распространенная, мне кажется, на iHerb. Ее кто только дурак, наверное, или ленивый не показывал. Здесь вот такая упаковка. Здесь 100 капсул. Надо 2 в день, то есть на 50 дней хватает банки. Это стоит она в районе 400 рублей, плюс-минус. Дозировка тоже хорошая. Вот, смотрите. Сколько здесь всего?
И по сравнению с тем, что продается в наших аптеках, я имею в виду относительно цен, это, конечно, ну, милое дело. Муж у меня умудрился за 2000 купить упаковку Омеги, я чуть не упала со стула. Знаете, вот я за 400 рублей заказываю, да, тут за 2000 человек купил. Но он не понимает, какие цены. Он заказывал с сайта аптека.ру там или что-то, и вот купил. Господи, вечно найдет все самое дорогое. Вот такая вот у него особенность нехорошая. Ну вот, соответственно, еще такая же. У меня их две, да, получается, я две в этот раз купила. Ну а что, не каждый раз же заказы делаешь, да, а... Рыбий жир этот нужен постоянно. Не за 2000 покупать. И что у нас еще? У нас осталось совсем немножко из витамин, девочки. У нас сегодня, в этот раз будет быстро с вами. Осталось у меня вот железо, я себе купила. У меня, ну, недавно я сдавала анализ, на нижней границе стояло вот этот вот железо. И причем это я сдала после того, как я уже вот такую пропила. Здесь 90 таблеток, надо одну в день, то есть 3 месяца. Да, если бы я не принимала, была бы вообще катастрофическая ситуация. Это вот у меня после беременности как-то такая проблема. Железо как-то упало, когда я была беременна, и не могу я его набрать. Я уже и колола, и оно все равно, знаете ли, не блещет. Вот такая вот ситуация. Это усиленная норма, девочки, видите, даже двойная. Двойная доза, ну, потому что мне я не переборщу. А вообще 18, понимаю, надо миллиграмм, это будет... 100%. Ну, если опять-таки у вас какие-то проблемы с этим. Если нет, то зачем его принимать? Его просто так никто не принимает. И то, что я вот себе купила волосы, кожу, ногти, это высокая тоже концентрация, 10 тысяч, очень высокая. Видите, тут даже максимум написано. 100 таблеток, и надо это... Я тоже это принимаю вот сейчас на постоянной основе. Не вот эту именно, у меня от Фаберлик куплено, но тоже самое, биотин. И что здесь у нас? Так, здесь норма. Так, норма, норма. Сколько у нас штук-то? А, одну таблетку нужно в день. Видите, написано одну таблетку в день. С едой принимается она. И всего таблеток 100. То есть это больше, чем на 3 месяца. Ну, я так понимаю, вот эту вы купили, пропили 3 месяца, делаете перерыв. Вегетарианское все. В общем, вот такая, девочки, бутылочка симпатичная у нас. И последнее, что я вам покажу сегодня, это бренд Palmers. У меня 4 средства, как я уже сказала. Мне очень нравится. Знаете, бывает такое, что вот напал на свой бренд. Ароматы, отдушка, в первую очередь, для меня это важно. Покажу я вам вот такую огромную бутылку. Это гель, да, у нас, или шампунь. Вот такой вот у нас гель, девочки, с масла ши. И большая дозировка, 500, пол-литра, можно так сказать, да. Вот, значки все натуральности. Кто разбирается, вот, читайте, пожалуйста, совершенствуйте свой английский. И очень мне нравится, как пахнет. Они есть разные. Вот это вот масло ши, да, тут цветок какой-то. Мне напоминает что-то с какао связанное. Ну, тут, в принципе, в названии, да, и есть оно. Очень приятные натуральные отдушки. Девочки, у нас стоит этот бренд очень дорого. Ну, то есть, несколько раз дороже, чем на Хёр. Плюс не найдешь еще. Это надо ли на определенных сайтах заказ, либо в Золотое Яблоко ехать. Просто вот так вот прийти, например, там, в супермаркет. Нет их на полках, естественно же. Вот. Очень хорошие, потому что это товары. И из такой же бутылки, нет, чуть поменьше, 400 здесь миллилитров, это шампунь будет. Нарисован цветок такой же, видите? Но, по-моему, здесь аромат другой немножко. Не, схожий аромат, девочки, схожий прям вот с этим. Одна компания, похожи очень ароматы. Шампунь жидковат, как сказать, жидковат. Он, ну да, есть более плотные. Этот прям вот льется на руку так-то живенько. То есть он не концентрированный, не плотный. То же самое касается геля. Девочки, вам не знаю, вам видно, нет? Как это перетекает, водичка мутноватая, да, стекло? Ну, в общем, девочки, поверьте так, они не такие густые, как бывает, например, Dove средства, да? Ну, чтобы понятнее было, Dove, наверное, все знают.
Льются хорошо, пенится очень сильно. Даже если вы нальете его на руку небольшое количество, то есть на голове, прям вот такую шапку пенящую создает. И еще у меня вот такая есть бутылочка. Это пенка, пенка тоже с кокосовым маслом и ванилью. В пенке у нас идет... Так вот, смотрите, здесь какая информация. А пенка идет в объеме тоже 400 мл, и они там есть разные на сайте. Я взяла вот, где ваниль присутствует, там еще 3 или 4 разных варианта. И, девочки, я когда покупала, я еще-то думала, что это просто гель для душа, да? А когда я вот его, ну, приехала, я открыла, начала вот из этой штучки выдавливать, и это пенка, Так. Здесь открыть-закрыть, соответственно, крышечку порвать, чтобы не засыхало. Вот. И такое вот это у нас средство. Пахнет невероятно, девочки. Вот закрываю я обратную сторону. Ну, видимо, это просто моя душка. Такие средства с пенищей. Где-то ириска. Мне ириска. А, ириска это в другом. Вот такие пенищие средства на губку не надо набирать. Они там теряются, растворяются на мочалках. Их надо просто вот на руку нанесла и начала на тело наносить. Потому что, ну, они не любят, не пенятся. Они, короче говоря, они уже вспенились, пока к вам, ну, пока шли через эту штуку. Это как масла для тела. Вот, например, кто пробовал от Ифраше. Они тоже плохо на мочалках мылятся, их надо на руку и на тело. Вот такое вот средство. Знаете, это на что похоже? Вот в баллончиках в железных Невея пенки есть. Вот на нее и похож. И последнее из Палмерса, что я вам сегодня хочу показать, это будет вот такой шампунь. Тоже показывала его, девочки. Ну, уже раз мы начали, все сразу смотрим. Здесь нулевой разрыв, как мне девочки написали. То есть, ну, нет ломкости волос при использовании. Вот что здесь написано. Он заканчивается тоже быстро. Здесь объем небольшой. И 350, ну, большой для, в принципе, для... Ну, по сравнению с этими бутылками, да, кажется, небольшой. И видите, девочки, он тоже жидковат. Вот, вот как вот этот вот льет довольно так просто, так же и вот эти все. То есть вот такой консистенции будут вот эти вот флаконы. В руку тоже наливаешь прилично, но он хорошо вспенивается. То есть расход можно не увеличивать. Вот. А как обычно, густые шампуни использовать, потому что он очень хорошо пенится. Несмотря на то, что здесь нет никаких силиконов, ничего нету. Пахнет вот этот шампунь ириской. Я думаю, кто-то из них ириской пахнет. Эти ванилькой такой какой-то. Вернее, даже вот здесь ванилька, здесь шоколадный привкус какой-то. Вот какао присутствует именно. А вот этот вот почему-то ириской мне пахнет. Прям вот конфетой ириской. Но тоже очень приятный такой аромат какой-то. Интересный, не избитый, не надоедливый. Вот за что мне нравится. Палмерс я бы покупала еще. И честно сказать, девочки, я делала свой заказ преимущественно ради Палмерса, а не БАДов. Потому что, ну, все-таки Омегу можно здесь в аптеках купить. И детскую, и взрослую. А вот Палмерс носись, переплачивай, да, ехай куда-то. А тут, ну, как бы все заодно. И Омегу купила подешевле, и любимый Палмерс заказала. Не знаю, буду ли я в ближайшее время делать еще на Херб заказы, мне пока ничего не надо. Витаминками я тоже затарилась. Ну, возможно, буду ради детских, потому что детские тоже очень выгодно покупать. Все, девочки, на этом я, как говорится, не смею вас больше задерживать. Если вам понравилось, не забудьте лайк поставить, подписывайтесь на Инстаграм. Я стараюсь там тоже вести какую-то активность. И желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, улыбок, всего-всего. И до скорых встреч. Пока-пока!